Всем огромный привет! Сегодня возвращаюсь к вам с потрясающим видео, хотя мне кажется, я всегда возвращаюсь с потрясающим видео, потому что хочу снимать очень интересные видео для вас, чтобы они были полезны. И сегодня у меня огромный мешок косметики из американской Sephora. Я думаю, что вы поняли из названия этого видео, что я сегодня буду рассказывать про лучшие продукты из американской Sephora, конечно, на мой вкус, те, которые я могу вам посоветовать, те, на которые я могу обратить ваше внимание, потому что мне кажется, что они достойны его. Прежде чем начать, я очень хочу поблагодарить сервис Бандеролька, без которого этого видео не было бы. Они не первый раз выручают меня. Благодаря Бандерольке мы с вами одними из первых попробовали помады от Kylie Jenner. Точнее, я попробовала, а вы вместе со мной попробовали. И мне очень приятно, что они меня поддержали. И в этой моей безумной сумасшедшей идее рассказать о лучших продуктах уходовых из американской Sephora. Хочу рассказать для тех, кто не знает, что такое Бандеролька. Бандеролька — это сервис, который помогает вам шопиться в Америке. То есть они предоставляют вам американский адрес. Вы туда отправляете все свои посылки, притом вы можете сразу шопиться на разных сайтах, все это отправлять к ним туда, и они вам просто сформируют одну большую посылку, то есть вам не нужно будет платить за доставку нескольких посылок, вы оплатите только одну посылку, все вам хорошо запакуют, их посылки всегда приходят в целости и сохранности, это я вам могу гарантировать, они молодцы в этом плане, всегда все быстро работает, служба поддержки очень хорошая. Также я знаю, у многих есть проблемы с картами, не каждый может оплатить своей картой заказ, так вот, если у вас возникает такая проблема, то Бандеролька сможет за вас оплатить заказ, что тоже очень-очень круто. Я вам могу рекомендовать сервис Бандеролька, потому что я уже не первый раз пользуюсь их услугами, так что я оставлю ссылочку в описании на их сайт, обязательно заходите, посмотрите, я уверена, что вам тоже понравится. И теперь давайте приступим непосредственно к продуктам. Конечно, я бы, наверное, заказала все, что можно, но... Вы знаете, что в Sephora огромное количество косметики, просто нереальное количество брендов, и мой гид по полочкам Sephora, это, конечно, была Вики, я ее мучила, задавала ей много вопросов, Вики 3000, если вы еще не знаете этого блогера, я оставлю ссылку тоже в описании, зайдите к ней, она просто гуру сейчас для меня в Sephora, потому что она сейчас подтверждает свое медицинское образование, чтобы работать доктором в Америке. И, собственно говоря, так как у нее есть свободное время, она работает несколько дней в неделю в Sephora. И, конечно, за те месяцы, которые она уже там работает, она знает все. Поэтому я к ней обратилась с вопросами. Она мне посоветовала огромное количество как декоративки, так и ухода. Конечно, основываясь на ее типе кожи, на моем типе кожи. В общем, я выбрала то, что, как мне кажется, самое лучшее, мне кажется, не прогадала, потому что я уже пользуюсь некоторыми продуктами около месяца, я поэтому не снимала сразу видео, я помню, я в Инстаграме выкладывала фотографию инстасторис вот этого всего заказа, и я хотела попробовать, проверить, действительно ли работают эти продукты, и теперь я могу с уверенностью сказать, что да, они работают, да, они самые лучшие. Итак, поехали. Я хочу начать с первого продукта, который я очень долго ждала. По совету Вики, опять-таки, я решила тоже отойти от щелочных умывалок и решила перейти на умывалки с кислотами. Я обратила внимание на умывалку с фруктовыми кислотами от фирмы Herborian или Herborian, я не знаю точно, как читается. Вроде бы как это корейская марка, я не совсем понимаю, потому что написано Made in Korea, но также написано о том, что их главный офис находится в Париже, поэтому я думаю, что, возможно, это какая-то коллаборация французской компании вместе с корейской компанией, но в любом случае, да, я тут баночками машу и вам ничего не показала. Вот этой умывалкой я пользуюсь уже месяц. Это умывалка пена. Таким образом, она очень экономична, когда вы ее выдавливаете, а жидкость, которая здесь, превращается в пену. То есть представьте, да, насколько дольше вам ее хватит. То есть она кажется очень маленькой. Я когда увидела, думаю, да, 90 мл, наверное, мне надолго не хватит, но я все равно ее взяла попробовать. И хочу вам сказать, что в виде пены она довольно экономная. Я ее использую 2 раза в день, утром и вечером, после того, как я уже смыла весь макияж. Она очень легкая, она очень свежая, она приятно пахнет. Здесь, как вы можете видеть, написано, что здесь экстракт из 7 трав. В общем, здесь находятся фруктовые кислоты, которые... Ой-ой-ой, некрасиво чихать в кадр. Теперь скажешь, что я плакала от счастья. В общем, в составе у нас фруктовые кислоты. Что фруктовые кислоты делают? Они отшелушивают верхний слой кожи. Для чего нам это нужно? И сейчас я хочу вернуться к вопросу о порах, которые мне постоянно задают. Как я это вижу? Почему у многих сейчас расширенные поры? Конечно, это может заложено быть генетически. У многих людей просто генетически заложено очень широкие поры. Такое бывает. Но у многих из нас
широкие поры всего лишь из-за того, что наша кожа не до конца очищена. Я надеюсь, что все смывают макияж, все уже умываются, используют тоник, да. Но дело в том, что этого может быть недостаточно, потому что наши поры нужно очищать глубоко. Когда наша пора забита, когда в ней много вот этой грязи с окружающей среды, когда в ней жир, который вырабатывает наш организм, представьте, что она просто расширяется от того количества содержимого, что в ней находится. Если же мы пользуемся кислотами, в том числе фруктовыми, либо же молочной кислотой, гликолевой кислотой, в общем, любой разновидности, да, то мы вычищаем нашу пору. И если в поре ничего нет, то если мы подумаем логически, пора стягивается. Потому что в ней ничего нет, потому что она регулярно очищается. Я просто вам хочу сказать, что за месяц использования этой умывалки с фруктовыми кислотами я вижу результат. Понятное дело, что я использую еще другие средства с кислотами. Я могу точно сказать, что да, это именно этот продукт изменил кожу. Поры действительно стягиваются. Хочу еще отметить то, что я не знаю, как эта умывалка будет работать на сухой коже, но она не стягивает кожу. Она интересно наносится. Вы выдавливаете две помпы этой пены и наносите на сухое лицо. То есть на очищенное, понятное дело, лицо. Если вы носили макияж целый день, сначала нужно очистить лицо. Макияж эта штука вам не снимет. Ну или утром, если у вас просто чистое лицо, она смоет крем, все, что вы носили на ночь, да. То есть две помпы вы наносите на сухое лицо. Буквально минутку держите и смываете. И ваша кожа как будто посвежела. Я не могу сказать, что эта умывалка отбеливает кожу. Нет, она этого не делает, но ваша кожа выглядит очень свежей. Мне кажется, выравнивается немного тон. Как я уже говорила, поры стягиваются, и кожа становится просто чище, потому что она вычищается достаточно для того, чтобы у вас из этих пор забитых не образовывались прыщики. То есть все очень просто, как мне кажется. Я это так вижу, и я вижу, что это работает. Эту умывалку я вам советую. В принципе, я советую обратить внимание на умывалки не на основе мыла, не на основе щелочи, а на основе фруктовых кислот, например. Следующая вещь, точнее вещи, о которых я хотела поговорить, это о косметике, уходовой косметике от фирмы Sandy Rally. Я уже в Инстаграме показывала, что прежде чем сделать заказ у американской Sephora, чтобы купить набор, я решила приобрести их масло. Для того, чтобы попробовать, действительно оно работает или нет, чтобы зря только не заказывать, да, продукты. Я заказала масло под названием Уфо, это ультраочищающее масло для лица, и оно как раз-таки призвано бороться с прыщами. Оно специально сформулировано для кожи, которая склонна к высыпаниям. В общем, выглядит это масло вот таким вот образом. Оно очень сильно пахнет черным кумином, тмином, черным тмином. Очень сильный аромат, вот его перед, это был зад. В общем, вот так оно выглядит, и оно зеленого цвета. То есть оно ярко-зеленого цвета. Вы наносите буквально несколько капелек этого зеленой этой жидкости. И здесь у нас 1.5% салициловой кислоты. Опять-таки, это штука, которая работает на кислоте. Здесь в составе очень много масел, именно поэтому, когда вы наносите это масло на лицо, вы просыпаетесь на утро, и у вас кожа не просто чистая, она напитанная. Здесь безумное количество масел, если я буду перечислять, то мы, наверное, и не закончим через час. Я вам оставлю ссылку, вы можете почитать. В общем, вот это вот все, это все масла. Представляете? Здесь огромное-огромное количество масел, которые я бы никогда не подумала, что они что-то могут сделать для моей кожи. Ну и, конечно, здесь салициловая кислота. Эта штука действительно работает. Я ее брала по отзывам. Я, честно говоря, боялась отдавать такие деньги за эту вещь, потому что она стоит очень дорого. Но отзывы меня убедили, что эта вещь действительно работает и что она стоит тех денег, потому что ее хватит как минимум на год, потому что вам нужно буквально 4 капельки. Соответственно, если разделить на 4 капельки, то тогда 4 капельки стоят не так дорого, как целая бутылка. Поэтому я подумала, что в принципе оно того стоит, если оно действительно поможет моей коже. Многие пишут о том, что это средство помогает даже через 2 дня, то есть вы видите результат буквально на 2-й день. Я увидела где-то через неделю, наверное, моя кожа была в плохом состоянии после зимы, я не знаю, но через неделю я увидела, что моя кожа очистилась и новых прыщиков не появляется больше, то есть поры очистились. У меня на тот момент не было умывалки с кислотами, я пользовалась только этой штукой, то есть у меня был мой старый уход, о котором я рассказывала в видео про мой уход за кожей, я вам оставлю ссылочку и вот здесь вот будет линк.
можете посмотреть. То есть я добавила в тот уход только вот эту вот вещь, и я уже увидела изменения. То есть это у меня было вместо Эфаклар Дуо, потому что Эфаклар Дуо, он тоже имеет в своем составе салициловую кислоту, я не знаю, какой процент, но через какое-то время он не перестает помогать. Я знаю, он на многих вообще не действует, но на меня он действует периодически, в общем-то. И когда я заменила Эфаклар Дуо на вот это масло, я заметила снова положительную динамику, скажем так. Так что эту вещь я вам тоже очень советую. И в Сефоре можно приобрести это масло в миниатюре с набором. То есть мне кажется, это очень выгодно, чем покупать сразу огромную бутылку, потому что вы не знаете, поможет или нет, хотя 99% людей пишут о том, что им помогло. И я вам подтверждаю, это действительно крутая штука. Но почему я сделала все-таки заказ в Сефоре? Это потому что у нас в Англии нет, например, вот таких вот наборов. В Сефоре очень много таких наборов, за которые вы платите меньше, чем если бы вы покупали каждое средство по отдельности. И это очень здорово, мне кажется, это очень выгодно. Во-первых, вы можете попробовать сразу в данном случае два средства. Там есть абсолютно разные наборы, можно попробовать практически все продукты, интересующие вас. Я взяла себе именно этот набор, потому что я очень хотела попробовать вот это масло Луна. И также я, наверное, сильнее всего хотела попробовать вот эту вот штуку, которая называется Good Genes. В общем, ею я уже пользуюсь тоже месяц. Это такая сыворотка с молочной кислотой. Эта штука просто потрясающая, но она ужасно воняет. То есть, если первый, второй раз еще можно ею пользоваться, то потом я пользуюсь ей только потому, что я знаю, что она улучшает мою кожу, улучшает цвет лица, текстуру, но она ужасно воняет. Я не знаю чем, но запах очень-очень неприятный, я вам сразу говорю. Но она того стоит. Даже с этим неприятным запахом она безумно круто работает. В общем, что это такое? Это такая сыворотка, которую вы наносите перед кремом. То есть вы умыли лицо, нанесли тоник, все уже у вас высохло, да, закрепилось, и тогда вы наносите вот эту вот сыворотку. Кстати говоря, я заметила, что если не наносить тоник, а сразу наносить ее, мне кажется, она лучше работает. Поэтому я иногда тоник не наношу. Ну, вот так вот. Мне кажется, она работает лучше без тоника. И также ее можно наносить под тональную основу. То есть вы выдавливаете буквально одну помпу на руку, она такого белого цвета, эта сыворотка, наносите ее на лицо, она очень быстро впитывается, не оставляет никакой жирной пленки, и вы сверху наносите тональную основу. Таким образом, вы целый день на работе, я не знаю, на прогулке, а эта сыворотка работает, и вы умываетесь вечером, и вы видите, у вас безумно красивая, чистая кожа. Кстати говоря, молочная кислота у нас вырабатывается в организме, это та самая молочная кислота, которая образуется в мышцах, и вы знаете, это боль после тренировок. Вот это именно та молочная кислота. Понятное дело, что здесь вряд ли использована человеческая молочная кислота, но в любом случае молочная кислота считается одной из самых безопасных, именно потому что она вырабатывается у нас самих. Так вот, что эта штука делает? Она эксфолиирует верхний слой кожи, она выравнивает текстуру, опять-таки суживаются поры из-за того, что кожа вычищается просто, да, все поры вычищаются. В общем, лицо становится какой-то очень красивый, очень ровный тон. Мне кажется, она и с пигментацией может бороться. Я не уверена, у меня ее нет, поэтому мне сложно сказать. Но эта штука очень крутая, мне она очень сильно понравилась. Что касается этого масла Луна, который был в наборе, я его не использовала, потому что я просто не хочу смешивать два разных продукта. Я хочу понимать, от какого продукта у меня какой результат. То есть сейчас я использовала фруктовые кислоты, молочную кислоту, фруктовую кислоту, и затем я буду дальше использовать остальные продукты, чтобы я просто понимала, какие кислоты мне подходят больше. Конкретно это масло, оно ночное, его нужно наносить именно на ночь. И здесь, как я понимаю, есть ретинол, то есть это средство должно бороться также и с морщинами. То есть, опять-таки, я уже тут закупилась и от прыщей, и от морщин, знаете, потому что такой возраст, когда еще есть прыщи, но уже и появляются морщины, поэтому нужно успевать на двух фронтах сразу. В общем, я им еще не пользовалась, но оно тоже очень странно пахнет. Вообще все продукты от Sunday Rally пахнут очень странно и очень специфически, и они быстро надоедают, но за тот результат, который они дают, я готова это терпеть. Советую присмотреться к таким вот наборчикам от Sunday Rally, если вам интересно попробовать эту косметику. Не все у них, как мне кажется, достойно внимания и стоит тех цен, потому что данная косметика довольно дорогая. Но вот те продукты, о которых я вам сейчас рассказала, они, безусловно, стоят вашего внимания, потому что они действительно работают.
Следующие продукты, о которых я вам хочу рассказать, это уход от Kate Somerville. Я уверена, что многие из вас слышали. Довольно известный бренд, и у нее есть салон в Лос-Анджелесе, где она делает свои фейшлс на своей косметике, опять-таки. В общем, с подачи Вики я, конечно же, заказала вот этот вот эксфоликейт. Это такой эксфолиатор двухминутный. Я знаю, что Вики очень нравится это средство, и по отзывам на Сефоре и на других сайтах, эта штука действительно та, на которую чуть ли не все молятся. И я знаю, что ее используют на моделях перед показами, потому что она очищает вот этот верхний слой кожи, шелушки и дает вот этот, вы знаете, моментальный эффект пробуждения кожи, то есть кожа сияет, она выравнивает тон, то есть это штука, которая очень быстро работает, поэтому я ее еще не использовала, но я уверена, что она мне понравится, потому что здесь в составе молочная кислота и салициловая кислота, это те кислоты, которые мне подходят, они действительно делают эффект на моей коже. Так что да, эту штуку я могу вам посоветовать, обратите на нее внимание, это действительно один из лучших представителей уходовой косметики в Сефоре. И дальше я приобрела, кстати, мне еще положили пробник их крема, тоже не пробовала, но на этот крем двоякие отзывы. Многие говорят о том, что он не стоит своих денег, что он, в принципе, ничего не делает. Сложно сказать, потому что, как вы видите, здесь довольно его мало, 2 мл. Я не знаю, насколько мне его здесь хватит, может, раза на 2, на 3, на 4 максимум. Ну, посмотрим, если он мне уж очень понравится даже за это количество использования, то, конечно, я приобрету себе и полноразмерный. Не знаю пока что, это у меня для жирной кожи. Средство, которое я давно хотела попробовать, я вам уже говорила, я хотела заказать средство от Мария Бадеску, но потом я подумала, раз уж я заказываю от Kate Somerville, почему бы мне от Kate Somerville не заказать средство. Это такой раствор с серой, который помогает присушивать прыщи. Сера очень хорошо влияет на прыщики, она их подсушивает. Опять-таки, он еще запечатанный, потому что с тех пор, как я начала пользоваться фруктовыми кислотами и молочной кислотой, ничего такого лечить мне не нужно было. Поэтому я пока его не открываю, потому что, конечно же, у него есть срок годности, я не хочу его открывать просто так. Но если вдруг у меня что-то появится, то я обязательно его открою и скажу вам, на самом деле ли он так хорошо работает. Но, судя по отзывам, эта штука действительно очень крутая. Ну и если подумать, то да, сера должна действительно помогать и подсушивать. Вы знаете, ее используют очень многие в борьбе с прыщами. Так, дальше мне Сефора положила какой-то серум с витаминами Е и В5 с SPF 30. Не знаю, что это за фирма такая. И также они положили мне шампунь от фирмы Dry Bar, тоже не знаю, что это за фирма такая, но с удовольствием попробую, если не забуду. И последний подарок, кстати говоря, редко получаю от Sephora прям такие большие подарки, но вот в этот раз они положили, смотрите, вот такой вот набор от фирмы Skin Inc. По-моему, они делают лаки для ногтей, если я не ошибаюсь. В общем, здесь у меня три вот такие вот сыворотки, как бы. Они называются Custom Blended Serum, витамин А, хлорелла и гиалуроник асид. Витамин А должен убирать темные круги под глазами, выравнивать цвет кожи. Хлорелла должна убирать пигментацию, веснушки. И гиалуроновая кислота, соответственно, должна увлажнять кожу. То есть я так понимаю, что нужно пользоваться всеми этими тремя штуками сразу. Не использовала еще, потому что даже не знаю, что это за фирма, стоит ли ей доверять. Я обязательно почитаю сначала ревью, прежде чем наносить на лицо, и вообще, конечно, прежде чем наносить на лицо какие-то продукты, желательно их все-таки тестировать, особенно если это кислоты. Кстати, многие еще у меня спрашивали по поводу палетки от MAC, которая у меня недавно появилась, и давайте я вам прямо сейчас здесь покажу, потому что MAC Haul у меня не получится с одной палеткой, поэтому я вставлю информацию про эту палетку сюда. В общем, вот такая вот палетка из 9 теней, я оставлю вам название внизу, и ссылку тоже постараюсь найти, я думаю, это несложно будет сделать. Очень красивые оттенки. Я, кстати говоря, думала, что вот этот вот будет очень похож на Бекку Champagne Pop, но это совершенно другой оттенок. Я все-таки ищу похожие тени или хайлайтеры. Если вы знаете, то напишите. Вроде бы от Essence есть что-то похожее. В общем, мне эти оттенки очень нравятся, потому что, как мне кажется, с ними можно сделать и красивый дневной макияж, и красивый вечерний. Потому что здесь есть и светлые оттенки, и темные, и матовые, и шиммерные. То есть, как мне кажется, просто потрясающий набор, то есть, ну, все, что нужно. У меня из этой палетки есть только одна однушка вот такая вот, но в любом случае палетку возить с собой удобнее, потому что у вас сразу будут все оттенки. Это было все, о чем я вам хотела рассказать. Конечно, безумное количество продуктов в Sephora, о которых я не могу вам рассказать, потому что я просто не успею все попробовать и не смогу все заказать. Но если у вас есть любимчики, если у вас есть Sephora, вы часто там бываете, что-то покупаете, и у вас есть свой must-have, то, пожалуйста, не поленитесь и оставьте в комментариях
свой список, что вы там покупаете, что бы вы могли посоветовать девчонкам, которые будут делать заказ с американской Sephora, либо из европейской Sephora, чтобы они могли тоже как-то ориентироваться, потому что брендов безумное количество. Очень сложно, конечно, выбрать. Точно так же, как мы с вами пробовали Tarte, оказалось, что и в этой косметике есть свои хорошие продукты и свои, скажем так, не очень. То есть, в принципе, в любом бренде нужно знать, что покупать. Поэтому, да, если у вас есть любимчики, обязательно их оставляйте. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы нашли его полезным, что вы обратите внимание теперь на какие-то продукты, которые мне нравятся, потому что они действительно работают. Я желаю вам чистой кожи, и мы увидимся с вами в новом видео. Пока! September song, tell me where have you gone? Do you remember me? We were only 15 and I remember the chorus, they were singing it for us. September song, tell me where have you gone? Do you remember me? We were only 15.